не только меня. Спасибо! Жители двора по улице Доронина не скрывают своих эмоций. Этого ремонта они ждали десятки лет. На месте советских железных качелей современная зона отдыха. Благоустройство началось в конце лета. Сейчас от старой детской площадки и узких проездов не осталось и следа. Мы считаем, что этот двор один из лучших, а то даже и лучший в Ярославской области. Капитальный ремонт прошел в рекордные 2 месяца. Здесь заасфальтировали проезды, пешеходные дорожки выложили разноцветной плиткой. По всей площади установлено светодиодное освещение. Здесь даже постелен рулонный газон, который изначально не был предусмотрен в проекте благоустройства. Но управдом Фрунзенского района смог организовать вот такой подарок благотворительный жителям двора. Большой упор сделан на благоустройство территории детского досуга. Современные игровые площадки, 2 альпийские горки, поле для спортивных игр и зона с тренажерами для воркаута. Для безопасности малышей установлена система видеонаблюдения. Двор стал свободный, светлый. Здесь люди гуляют, как парковая зона стала. Отлично, всем нравится. Много детей, даже приходят из других дворов, гуляют, веселятся. Осваивают игровые зоны малыши со всего квартала. Одноклассники Гриша и Никита живут на соседней улице. Однако играть приходят теперь только сюда. Мы сюда ходили очень редко. Да, очень редко. А сейчас? Сейчас часто. Каждый день. Благоустройство придомовых территорий будет продолжено и в следующем году. Дарья Смирнова, Денис Лосев. День в событиях.